Ну, а тем временем мы уже готовы пообщаться с нашим следующим гостем и узнать, как он смотрит на пляжный отдых сейчас. Доброе утро. Павел Боровский, заслуженный артист Республики Крым. Здравствуйте. Доброе утро, Саша. Как началось ваше утро нового дня? Хорошо, у меня появились дополнительные возможности, как, наверное, у многих крымчан. Я смог разобрать елку, дополнительно погулять с собакой, ну и сделать еще что-нибудь полезное. Слушайте, ну как же вам повезло, что у вас собака? До апреля достояла, да? Вы побили все рекорды с елкой-то. Да. Ну ничего. А расскажите в двух словах о вашем питомце, который у вас, с помощью которого вы можете прогуляться на свежем воздухе. Я маленькая собака, питчер, зовут его Тоби, еще есть Брайт, в общем, мне весело. Тем не менее, мне скучать приходится, потому что университет культуры, в котором я имею честь учиться, не прекращает свою работу ни на минуту. Дистанционно мы занимаемся со студентами второго курса, готовим монологи сейчас, программу монологов драматических, а со студентами первого курса описательную прозу. Ребята ответственно подходят к обучению? Нормально учатся? Вы знаете, да, мы друг друга не подходим. Мы стараемся для них, они стараются для нас. И буквально репертуар, который они должны сдавать в начале июня, уже у многих готов. Это круто. А вы для нас постараетесь сегодня? Расскажите нам что-нибудь, какой-нибудь пример, как надо читать прозу? Или басню, быть может? Если позволите, стихи. Мы будем рады. Вы знаете, в 18 веке жил такой поэт Роберт Бёрнс в Шотландии. И был популярен, его творчество было популярно в Советском Союзе, издавались книги, его стихи переводил Самуил Маршак. И вот у него есть одно стихотворение, которое, я думаю, было жизненным направлением. Называется оно «Мое счастье». Доволен я мал, а большему рад. А если невзгоды нарушат мой лад, за кружкой под песню гоню их пинком, пускай они к черту летят кувырком. В досаде я зубы сжимаю рукой, но жизнь — это битва, а ты, брат, герой. Мой грош неразменный, беспечный мой нрав, и всем королям не лишь меня прав. Гнетут меня бед весь год, но вечер с друзьями, и все заживет. Когда удалось нам до цели дойти, чему вспоминать нам о ям пути? Еще раз я вас не услышал. Алло, это, видимо, небольшая помеха, и режиссер нам сказал, а не вам. Поэтому... А если вы позволите, я закончу. Это не необходимо просто. Это обязательно... Возиться ли с клячью судьбой моей, ко мне отменяли, но шла бы скорей. Забота или радость заглянет в мой дом. Ходите, скажу, авось проживем. В любом случае поживем. Поживем, конечно. И никакие коронавирусы нам не страшны. Спасибо вам большое, что уделили нам время с утра, что порадовали нас так. Очень приятно было. Спасибо вам. Всего доброго. Берегите себя. И вы себя, не болейте. Мы будем стараться и работать для всех тех, кто оказывается сейчас дома.